На исходе лета, когда уже чувствуется дыхание осени, Щелково отмечает свой день рождения. Сегодня есть так много поводов выйти на любимые уютные улицы. И здесь, в самом центре Щелково, собралось так много народа. Площадь переполнена. Вечерний концерт – яркий аккорд праздника. И, пожалуй, одно из самых долгожданных событий. Все в предвкушении выступления популярных исполнителей. Люди пришли поздравить друг друга и вновь сказать во всеуслышание о том, насколько любят родной город. Щелково – это город возможностей. Мы так любим город Щелково. А как можно Щелково не любить, этот родной город? Красивый, родной. Уютный. Комфортный. Мест, где можно погулять, например, очень много, правда. Молодежная набережная крутая. Да, вообще крутой. Мы здесь учимся, живем и просто обожаем этот город. Мы очень любим наш город. Пусть он растет, процветает. Да. Спасибо большое главе города, который заботится все-таки о нас. Рожденные в Щелково, живем в Щелково, любим Щелково. Благ и процветание Щелково. Город, который развивается. Об этом говорят прежде всего дела. 3 года Щелково в лидерах среди муниципалитетов региона. И это результат общей командной работы, о чем сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Общие усилия и неравнодушие всегда приводят к достойным результатам, отметил руководитель региона в своем видеообращении к щелковцам. Сегодня вы отмечаете день рождения любимого города. Мыслями и сердцем я рядом с вами. Поздравляю и благодарю за вашу поддержку и настоящую командную работу. Вместе мы много сделали, чтобы в Щелково пришли долгожданные перемены. Новые дороги, модернизация ЖКХ, современные школы, благоустроенные набережные – все это делает жизнь комфортной. Обращаясь к жителям, глава округа Андрей Булгаков отметил, строить лучшее будущее для наших детей – первостепенная задача. Сегодня строятся новые школы, ремонтируются существующие учреждения, продолжается работа над транспортной логистикой, и даже предприятия показывают рост, несмотря на то, что время непростое. Мы все долго думали, стоит ли проводить праздник в то время, когда наши ребята воюют, освобождая наши территории, борясь за русских, за нас, за свободу. Но жители определили то, что праздник нужно проводить, потому что в этом городе жили и живут известные авиаторы, космонавты, герои-летчики. Этот праздник в честь них, и для каждого из вас. Люди – самое большое богатство Щелковской земли. Она взрастила и воспитала поколение достойных, лучших в своем деле. Люди прославляли и продолжают прославлять свою малую родину и всю страну. Александр Сладков – известный журналист, военкор, один из лучших в профессии. Коренной житель Монина. В день рождения Щелкова он поздравил земляков с праздником. Дорогие земляки, я впервые вижу столько земляков вместе. Я хочу вам сказать, что мне очень приятно, я горжусь тем, что я родился и живу в Щелковском районе. Я хочу, чтобы мы многое сделали все вместе. Город энергичный, город драйвовый, город лидер, город амбициозный. Я уверен, что все наши мечты, они воплотятся в жизнь. Все возможно, если быть настоящей командой. Единение щелковцы показывают всегда. Быть вместе в день рождения города – добрая традиция. Этот вечер тому подтверждение. Подарком для всех стали выступления известных артистов, которых так ждали. Группа «Мохито», «Кальвадос», «Фогель», «Градусы». Их треки не раз взрывали чарты страны. А в такой атмосфере, которую создал Щелково, прозвучали, кажется, как никогда. Мощно, зажигательно, ярко. Артисты подарили свое творчество зрителю, который не скупился на овации. В самом сердце Щелково в этот день прошла волна позитивных эмоций, которые надолго запомнятся. Сегодня очень понравилось, очень активная аудитория, вот люблю когда так. Здесь напор от людей, синергия, самое главное ее в нужное русло направлять. И, короче, все четко. Идеально. Я честно вот почувствовал всю эту энергию, и людей очень много, то есть там, я не знаю, ну 10 тысяч, наверное, но как будто бы каждый показал свою эмоцию, и это круто. Я хочу пожелать процветания, конечно же. Я знаю, что городу 98 лет,
И мне кажется, что для города этот город еще молодой. Добра, вот, чтобы город процветал, чтобы в городе все были сплоченными, дружными. Он оказался очень гостеприимным, нас очень тепло встретили. И, конечно, да, мы желаем всего только самого-самого классного, лучшего. Вообще, чтобы у вас еще больше было таких классных мероприятий. Не оставил равнодушным жителей и финальный аккорд дня – праздничный салют. С днем рождения, Щелково, 98 – это начало. Анна Балиец, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Сергей Максимов. Щелковское телевидение.